Ес, Макс Устова! Здесь, с ржачной подборкой, прибыл снова сюда, в эту комнату, в это кресло. Шеф-повар по смешному контенту рекомендует. Прямиком из Франции. Голос. Голос. Ты у него беззвучный голос. Режим, да, такой? Голос. По нему видно, если честно. Yo, what's up, bro? О, я понял, что он хочет сделать. О, господи, какой кошмар. Еще так занюхнул, типа. Вкусно пахнет. Шоколад. На, укуси. Теперь все достану. Только не решите, что ты на него пукнул. Ну все, где собака облизала, везде укусила. А-а-а. Так и знал, что будет что-то противное. Надо будет в такую же поиграть. С корешами своими. Серьезно, классная идея для игры. Чем вам развлечение на выходных? Гусь. Это был гусь. Это вот тупо я вот до последнего тюбик выжму, но все равно оттуда какие-нибудь остатки достану. Ох, нифига себе, там все трясет. А что происходит? Жесть. О, вячерс. О май гад. У него хвост дурак, что ли, он сам отделился. Какого фига? Это так не работает. Айо. Взяла, уронила его. Капец, что делаю? А что за мама такая? Нифига себе у хомяка, хом и тачка. Понимаю, на стиле пацан. Дал дёру с лаунча. Не пугай так больше! Stop it! Jerry, stop it! Jerry, stop throwing the plate! Clean it up! Почему он тарелками твоими швыряется? Вот. У семьи скелетов родился сын, и они назвали его Костян! Смешно, да? Ну им, судя по всему, да. Excuse me. О, Сэнди! Что это за сирена вместо храпа у чувака? Ой, фу, мерзость, фу, бля, сопля, фу. О, прилег поспать, чувачок. И это тоже, я так понимаю, прилег поспать. Еще и наушники испортил. Беру арбузик. На. Но арбузик удержала. А ты шикардос вообще. Что-то второй котяра застопорился. Прячься, пришел муж, он сейчас нас увидит. Прячься, пожалуйста. Нахрен уж. Уже можно пускать в жопу. У меня первый приехал. Нас же спалят. Ну, может лечь со мной, меня обнять ими сюз. Вот это у чувака реакция, я понимаю. О, ну что это за язык, бубульгум такой? Жвачка прям настоящая. Какую-то печку топит жестко. Не? По-моему, прям очень жестко печку топит. Зачем? Ракетным топливом. Керосин сразу заливает туда. Наверное, сам Гагарин. Ой, зайка, у меня такой хороший. Угу, блин, хороший. Если бы я так не делал, все двери поотламывали бы и поотваливались. Что за кунг-фу кот? Ой, эта сосиска с ума сошла.
Она хочет жить! Она выберется отсюда! Это побег из микроволновки! Давай, давай, ты сможешь! Я верю в тебя! О, смотрите, кусок сыра плавает. С головой. Ой, о, соболезную, чувак, ты уронил всю свою еду. Сейчас еще рюкзак провешь или дверь оторвешь. Пошли чай пить. Кто чай не пьет, тот чему. Кто чай не пьет, пьет, тот чему. Кто чай не пьет, тот чему. А че так категорично? Чему. Гений! Тась, как ты просто узнал, гений! Я та самая. Та самая это какая? Та самая, которая будет мне что? Выносить мозг, жрать с моей тарелки, спать в моей кровати, жрать бумагу туалетную. Будто бы у нас не две жопы, а их 20. Ты потираешь каждую. Ну серьезно? Та самая, которая скажет: Стась, пора обниматься. Или: я не могу без тебя уснуть. Это та самая. Я не знал, что ты та самая. Я в этот момент увидел: о, это та самая бэйба, которую я получу. А в итоге получил демона. Я тебе ответил, не в курсе я был, что ты будешь той самый демон, что... А ты еще жалуешься. А что мне остается? Ну что, что делаем? Бухаем, да? Бухарик. Нома, бухан! Немножко задумывались, почему пельмени имеют форму шара с бороздкой из теста по окружности? Да. Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. О-о-о. Он обладал той же полнотой силы. Газового гиганта. И, в общем-то, являлся сакральной пищей. Какой сакральной пищей? Его магическая сила. И откуда наши далекие предки без космических аппаратов и телескопов могли знать, как выглядит Сатурн? На пельмени смотрели. Господи, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Пельмени. Пельмени у них это планета Сатурн. А что дальше? Чайник с функцией пельмень? Сатурн с функцией пельмень? Или пельмень с функцией Сатурн? С функцией чайник? С функцией жопа? М? Ля ты крыса, а? Ты сфоткай меня, чтобы красиво было. Давай. Красиво? Давай чуть левее. Ага. Левее встань, левее. Ага. Еще. Ага. Еще левее. Еще левее. Ага. Нормально. Еще левее. А что? Вот. Идеально. Очень красиво. Ну, ну давай. Потуши ее, ну. Чувак мемы рисует. Неплохо. Да у него весь дом мемный. Неплохо, неплохо, согласитесь, ребят. Выходи за меня замуж. Замуж? А у тебя квартира есть, машина есть, деньги есть, ты мне кольцо с бриллиантом купишь? Добрый вечер, дорогие любители футбола. Мы с вами присутствуем на удивительном матче. Мяч в центре, и игра пошла. Эх, великолепную технику демонстрируют братья Месси. Братья Месси! Ситуация ворот правых, опасно! Булыкин! Забивать на такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле и, по-моему, собирается отомстить обидчику, хотя вот этот футболист мадридского Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле, непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он и за правых играет. Вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас, отбирает мяч и бежит. Здорово, они не могут просто мяч отобрать. Счет непонятно какой, игра продолжается. Бекенбауэр, забирай мяч, Бекенбауэр! Позор! Грубейшая ошибка вратаря. Как проиграл. Мадридский Реал здесь...
Volkswagen Touareg. Приколюха в чем? Вот так вот здесь написано. Где тут дальше? А, вот, вот, вот так вот тут написано. И еще вот там чудобречик сидит. Один. О, ну, я даже не заметил. В том, что тормоза. Тормоза. Почта России. Потому что тормозит. Средство, проверенное в народе, так сказать. Я благодарен вам за вашу активность в комментариях, за ваши лайки и за ваши подписки. Я вообще благодарен всем. Я рад, то, что я могу дарить вам, моим любимым подписчикам, позитив. Кстати, если хочешь еще немножечко позитива, можешь вот эти вот ролики глянуть. Тоже смешные, тоже прикольные. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Мы не совместимы, у меня пустой карман. А завтра мы с тобой увидимся в новом смешном видосе. Пока!